Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Заочная межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Книга на Сибирском тракте» начала работу 6 октября 2020 года. Для России и ее народов одним из объединяющих факторов, несомненно, стал Большой Сибирский тракт. Путь на восток прокладывался не один век и не одним человеком. Если считать от знаменитой Бабинской дороги, то Сибирскому тракту идет 5-е столетие. Он менялся, как и сама страна и ее жители, спрямлялся, открывая новые короткие пути на восток. В стороне от этого не оставалось и государство. Не зря эту самую длинную в мире дорогу называют государевой, то есть государственной. Да и как было без Сибирского тракта управлять огромным российскими пространствами в мире, где не было ни интернета, ни телефона, ни телеграфа. Даже царевые указы доставляли гонцы, а частные письма передавались преимущественно с Аказией. Долог был путь до Верхотурья, которое называли воротами в Сибирь, где располагалась таможня, берущая немалые сборы с торговцев. Но еще в документах XVIII века упоминается о прокладке дороги от Казани на Кунгур через удмуртские земли. Предназначалась она поначалу только для служилых людей, казенной почты и казны. Но уже в следующем столетии по ней двинулись купеческие обозы. Именно тогда оформился в привычном для нас виде Большой Сибирский тракт. Это было время для активного заводского строительства на Урале и первых подступов к освоению богатств Сибири. Уже в Екатерининскую эпоху, после появления на карте Российской империи новых губерний, понадобилось связать Вятку и Пермь межгубернским трактом. Эта дорога совпала частично с Сибирским трактом, а там и Вятку с Петербургом соединили. Так оформилась северная ветка государевой дороги. В селе Дебёсы исходятся дороги в Сибирь от двух российских столиц – Москвы и Петербурга. Дальше на восток идет единый тракт. Сегодня южная ветка Сибирского тракта проходит от Москвы до окраин, через множество областей и республик, в том числе и через 4 района Удмуртии – Сюмсинский, Селтинский, Игринский и Дебёсский. Но жители Елова, Глазова, Болезино, Полома и множество других сел и деревень с полным правом издавна говорят, что живут на его северной ветке, соединившей с Сибирью уже Петербург. И, конечно, далеко не случайно приметы придорожной жизни отозвались в произведениях удмуртского писателя Кедра Митрея и русского поэта Олега Поскрёбышева, предки которых служили ямщиками на Сибирском тракте. Не только административное, торговое или военно-мобилизационное значение имел Сибирский тракт. По нему цивилизованные процессы достигали самых отдаленных уголков страны. Вольные или невольные путешественники на восток открывали Сибирь для России и мира. Ну и наоборот. Не зря же в самом центре села Силты, возле старого особняка, ныне занимаемого Центральной Силтинской библиотекой, стоит скромный памятник, напоминающий об Александре Николаевиче Радищеве, авторе знаменитого путешествия из Петербурга в Москву. Декабристам, русским писателям,
Герцену, Достоевскому, Чернышевскому, Салтыкову-Щедрину и многим другим, не по своей воле путешественникам была хорошо знакома эта дорога. Но это был путь следования еще и православных деятелей науки и техники, в частности русского академика Петра Симона Паласа, ученого Лепехина, изобретателя первой в мире паровой машины Ползунова, путешественников Пржевальского, Семена Тяншанского, знаменитых русских писателей Чехова, Гончарова, Станюковича. И если добавить к ним знаменитых ученых других стран, например, Брема, автора знаменитого многотомного труда «Жизнь животных». А воистину цивилизованным процессом не миновать было Сибирского тракта. Особенно заметно это становится на примере образования, книгоиздания и библиотечного дела в XIX столетии. В Глазовском городском училище библиотека открылась еще в 1829 году, а к началу следующего века библиотек насчитывалось уже 7. В одной только бесплатной библиотеке-читальне этого скромного уездного города зафиксировано до 4000 посещений в год. Но от города не отставали и села вдоль Сибирского тракта. В 1894 году Дебёсский волостной сход принял постановление об открытии бесплатной библиотеки с предоставлением 2 комнат, отопления и обслуги в нижнем этаже волостного правления. Библиотека и читальня Малмыжского уездного земства в селе Селты заработала с февраля 1895 года. В селе Зура бесплатная земская народная библиотека открылась в 1898 году. И можно далее перечислять. Развитие транспорта не сделало Сибирский тракт лишь фактом истории России. Эта дорога и сегодня работает. В придорожных селах и городах живут, а значит, непременно и читают люди. И, конечно, каждому из нас хочется больше узнать о том месте, где творится наша судьба и судьба страны. Надеюсь, что и наша с вами сегодняшняя встреча на Старом Сибирском тракте откроет немало интересных страниц этой увлекательной книги. Сибирский тракт оказал большое влияние на социокультурное развитие регионов России, расположенных на пути его следования. В творчестве известных литераторов и историков, устном народном творчестве сложился определенный образ Сибирского тракта, который отражает разные стороны российской действительности. Это и путь каторжан, и наблюдение путешественников за бытом местных народов. Тема «Сибирский тракт» важна для восстановления и сохранения народных традиций, культуры и истории российских деревень. Общедоступные библиотеки Российской Федерации, занимаясь краеведением, создают информационные ресурсы. В том числе библиотеками накоплен большой массив информации о бытовании книги на территории пролегания Сибирского тракта. Проведение заочной межрегиональной научной практической конференции позволит создать представление о Сибирском тракте как территории развития народов России на фоне литературы, искусства, краеведения. Участники конференции представят разнообразные темы. Это и роль Сибирского тракта в культурном и социальном развитии территории, образ Сибирского тракта в литературе и устном народном творчестве, Сибирский тракт в исторической науке, Сибирский тракт как туристический маршрут, деятельность библиотек и музеев по сохранению культурного наследия Сибирского тракта. Сибирский тракт в информационных ресурсах библиотек, музеев, архивов.
Я сегодня искренне благодарю всех тех, кто откликнулся принять участие в нашей конференции. Конечно, мы планировали проводить традиционно очную конференцию. И какие бы качественные доклады ни были, конечно, лучше их слушать, находясь в одном зале с докладчиком. Но, тем не менее, я считаю, что доклады найдут своего слушателя, зрителя и достигнут той цели, к которой мы стремились, что более раскрыть широко историю и настоящее сибирского тракта. В конференции у нас принимают участие специалисты библиотек, музеев, историки из Удмуртской республики, Пермского края, Красноярского края, Кировской области, Свердловской области, Томской, Омской областей и Республики Казахстан. И также я благодарю за предоставленные материалы к сегодняшнему выступлению краеведа Сергея Алексеевича Жилина. Удачной нам всем работы!